как бы давно хотел попасть на этот проект, хотел показать свой талант. У тебя три так. Спасибо большое. Я был очень рад. Чересчур даже. Мама переживала тоже. Там бабушка, дедушка, все возле телевизора, не отходя. Место одно. И оно достается Алексею Ребенко. Позвонила. А Оля говорит: мама, мама, Алеша прошел наш. Фу, это вообще класс. Не представляете, как я плакала. Я от радости плакала, честно. Моя сына, я его так люблю, вот честно, он очень хороший. Я в цирке родился. Вот. Ну, не то, что в цирке, в роддоме, да. Ну, я имею в виду образно, что я с самого маленького возраста уже с родителями ездил гастролировать. Мне лет 7 было. Я уже остался с бабушкой жить, а родители поехали дальше. Да, я, наверное, даже плакал, если честно. Ну, на тот момент как бы было обидно очень. Хотя я не жалуюсь, у бабушки тоже было классно там. Огороды, там все такое, все есть. Помогал построить, там что-то дрова порубить, может быть, на зиму. Там ту же картошку посадить. Целеустремленный, жизнерадостный, спокойный, уравновешенный. О таком сыне только можно мечтать. С дедушкой занимался спортом, получается. Он сделал мне всякие снаряды, брусья, турник потолку повесил. Дедушка у меня хороший. Ну вот, мой труд не прошел даром, говорит. Он с таким этим смотрит все это. И дай бог, чтобы я дожил только, чтобы я еще увидел, да, Алешку. Честно. Для меня это важно. А вы думаете, что? Конечно, переживаю. Да вы что, это такое увидеть, что мой внук и все будут смотреть на него. Это ж в Киеве будет надо вступать, боже. Реально, надежда вот на меня. Буду стараться. Thank you.
Алексей Рябенко на сцене, на арене, вернее, шоу «Украина, мой талант». Леша, я просто очам не вірила. Коли я стежила за тобою у цьому вогняному коловороті, таке враження, ніби вогонь і справді слухався тебе і твоє колесо. Я старався. А ще я думаю, це важливо сказати. Глядачі навіть не уявляють, як це робиться і наскільки це складно. Це справді небезпечно і те, що ти виробляєш. Ну, в своєму роді, так. Опасно. Влада, як тобі приборкання? Невероятно, просто невероятно. Как ты с этим всем справляешься? Это колесо, огонь, постоянно в движении. Еще и музыкально сегодня было. Но ты делал это так, как будто бы не мог ошибиться вообще. Вот настолько и актерски все это прочувствовал, покорил вершину эту. Спасибо большое. И я думаю, что сегодня бабушка может быть спокойна и очень довольна. Ох, и снова бідні телеглядачі. Да. Дякую, Владе. Ігорю, ти якої думки? Ну, диви, як ти це зробив з вогнем? Ми тут сидимо, метрів скільки, 20, і нам жарко. У тебе там таке було барбекю на колесі, що не дай Боже, і ти справився. Ти молодець. Ти мені нагадав, ну, нагадав, ха-ха, я не такий древній. Ти мені здався якимось язичним вогнеборцем. Я думаю, що якби ти таке вмів
там на початку Київської Русі, тебе всі боялися, ти був би там головним. Або і спалили б на тому ж вогнищі. Ні, ти що, такого Еті бачили могли. Б, йому поклонялися. За твоє вміння, за твою хоробрість, ну, супер номер. Дякую, Ігор. Слава. Ты не байдужа до небезпечного. Да, мне всегда это нравится, всегда захватывает дух. Я восхищаюсь людьми сильными, красивыми и, на самом деле, трудолюбивыми, потому что так просто это никогда не удастся человеку, который не работает над собой. Видно, что ты работаешь над собой, умница. Это было восхитительно. Конечно, я, наверное, повторюсь за коллегами, но мы просто восхищены твоим вращением в огне, потому как там же кислорода, наверное, нет, а для того, чтобы вращаться, тебе не необходимо, просто физически, я не знаю, как тебе это удалось, чем ты дышал, но ты дышал, ты додышал или ты не дышал, но ты сделал все прекрасно. И, если честно, я боялась моргать, чтобы не пропустить что-то интересное, потому что каждую секунду что-то было новое. Молодец, я уверена, что за тебя сегодня будут голосовать. И, конечно же, еще раз хотела сказать или отметить, что у нас сегодня что не участник, то какая-то прекрасная история семьи. Замечательный сюжет просто сделали. И бабушка, я когда смотрела, у меня прям слезы наворачивались. Бабушке огромный привет. И вообще, твоим родным. И родным всех, кто приходит сюда. Держитесь друг друга. Вы того стоите. Берегитесь, потому что любовь дает вот таких талантливых людей. Удачи тебе сегодня. Цілком підтримую тебе, Славуня. Дякую. Сьогодні доля Олексія, як і решти конкурсантів, підвладні тільки вашій волі, шановні глядачі. Тож, якщо йому вдалося справити на вас враження, якщо ви не хочете, аби вже сьогодні Олексій попрощався із нашим шоу, телефонуйте 0900-102-012 та відправляйте смс з кодом 12 на номер 7766. Вже за кілька секунд розпочнеться ваше голосування, тож будьте максимально уважні і зібрані. Льоша, зичу тобі сьогодні тільки найкращого. Ти молодець, і я дуже рада, що ти сьогодні з нами. Це був Олексій Рявенко.